Всем привет! Продолжаем эксперименты по окрашиванию яиц на Пасху натуральными красителями. Сегодня выбор пал на черный чай, который наверняка всегда есть в каждом доме. Как все происходило и что из этого получилось, покажем дальше в ролике. Приятного просмотра! Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Сначала готовим крепкую заварку. Для этого помещаем в литровую банку 4 столовых ложки черного чая. Заливаем доверху крутым кипятком. Перемешиваем. Прикрываем сверху крышкой. И даем настояться до полного остывания. Можно оставить на ночь. Затем с помощью сита процеживаем чайную заварку в небольшую кастрюлю. Добавляем немножко соли, размешиваем и помещаем туда яйца. Жидкость должна полностью их покрыть. Для сравнения я возьму и коричневые, и белые яйца. И посмотрим, что из этого получится. Дальше отправляем кастрюлю на небольшой огонь и варим наши яйца с момента закипания 15 минут. По истечении времени огонь выключаем. И достаем яйца на бумажное полотенце. Если вас цвет устраивает, можно доставать сразу все. Но я вытащила только два, одно коричневое и одно белое. Еще два яйца, также изначально коричневое и белое, я завернула в пищевую пленку с листиками чая. Просто высыпала оставшиеся после процеживания чайные листья на пленку. Поместила туда яйцо. Плотно завернула. И равномерно распределила листики вокруг яйца. С белым поступила точно так же. Оставшиеся яйца я хочу выдержать в заварке до полного остывания. Но поскольку они теперь не полностью покрыты жидкостью, нужно их переложить в более подходящую по размеру емкость. Заливаю яйца опять чаем, в котором они варились, и оставляю остывать. Прошло почти 4 часа. Достаем наши яйца и выкладываем на бумажное полотенце. Яйца, которые были в пленке, освобождаем от всего лишнего и промакиваем салфеткой. Полностью высохшие яйца для придания блеска смазываем подсолнечным маслом. Как видим, с помощью обычного черного чая яйца тоже очень даже хорошо окрашиваются. Особенно если взять коричневые и оставить их в заварке до полного остывания. Для разнообразия можно покрасить и белые яйца. Если вам понравился мой эксперимент, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!